К другим темам. Столичная киноиндустрия прирастать будет Сибирью. Сотрудники киноакадемии Никиты Михалкова провели в нашем городе кастинг среди актеров, режиссеров и просто желающих увидеть себя на большом экране. О тщательном отборе претендентов и перспективах потенциальных студентов Алина Штоклова. Теперь я настоящая актриса. Я играю с восторгом, с наслаждением. Я пьянею на сцене. Так Татьяна живет уже 4 года. В 2015-м выпускница факультета международных отношений твердо решила – ее место на сцене. Поступила в театральный, сейчас готовится к выпуску. Признается, первое образование получила по воле родителей, второе – по зову сердца. Поэтому упустить шанс попасть в столичную академию, где со студентами работает по-настоящему звездный состав, она не могла и пришла на кастинг. Ты выходишь, и ты понимаешь, что тебе нужно показать твой максимум. Вот. А нельзя расслабляться, нельзя отвлекаться на какие-то, тебе говорят задачу, ты берешь и делаешь. Для меня это, по крайней мере, уникальный шанс, ну, в дальнейшем обучаться и остаться, может быть, в Москве. Такой шанс ежегодно получают жители 5 городов страны. Благодаря поддержке фонда Тимченко талантливые артисты бесплатно живут в столице, учатся и даже получают стипендию. Нужно только впечатлить приемную комиссию. В этом году в Новосибирск приехали кинорежиссер и сценарист Николай Хомерики, продюсер Александр Багун и проректор Академии по организации творческого процесса Алексей Литвинов. Они говорят, за 2 дня на кастинг пришли около 30 новосибирцев. И среди них есть те, кто может получить заветное место абитуриента. Новосибирск – замечательный город, здесь очень много талантливых людей. Поэтому у нас задача не найти, а отобрать. Тут их очень много. Главное тут не промахнуться. У нас преподают те люди, которые сегодня и сейчас занимаются этой профессией. Поэтому актеры, приезжая к нам, буквально уже на 2-й день занятий, они погружаются именно в атмосферу репетиций, подготовки к съемке, разработки сценариев. Главная цель высадки звездного десанта в регионах – дать начинающим артистам стимул расти и стремиться к новым высотам, чтобы театральное искусство и кинематограф развивались не только в столице, но и на местах. Поэтому все 2 дня в Новосибирске проходили мастер-классы. А счастливчики, ставшие абитуриентами, следующий год будут работать над созданием собственных фильмов или спектаклей. И уже через несколько лет, вполне вероятно, на больших экранах этого кинотеатра появятся фильмы, снятые уже нашими земляками. Теми, кто прошел сегодня кастинг и поступил в академию. Так что смотрите кино, ищите знакомые лица и фамилии в титрах. У ребят на это есть все шансы. Алина Штоколова, Евгений Агеев, новости ОТС.